Добрый день, Татьяна. Здравствуйте, Геннадий. Да, прямо Эрмитаж. У меня абсолютный Эрмитаж. Сегодня, как ты понимаешь, мой хоум, Zoom хоум. Ну скажи, тебе нравятся эти желтые и черные полосочки? Мне очень нравятся эти ирисы и... Это лилейное, это не ирис. Ирис — это моя кличка, как ты знаешь. Это лилейное, и это все серия «Натура» прекрасная. Что удобно Бернардо, у них всегда подписана серия. Я знаю, что сейчас многие компании стали это делать, но сразу можно прекрасно атрибутировать все это. Ну, в общем, мы с тобой опять в эпиляции, мы с тобой попали в Лимож. Да, мы с тобой попали в Лимож. И мы с тобой сегодня в... Ты знаешь, я испытал сегодня какой-то, во-первых, дежавю, потому что я вернулся в май, когда мы делали с тобой первый эфир с Бернардо. Во-вторых, это дежавю было каким-то очень радостным и романтичным, потому что я запомнил тот эфир как один из наших лучших, во всяком случае, по моим ощущениям. И мне было страшно интересно. И в какой-то мере мы же с тобой вдруг в мае стали много делать эфиров про фарфор. И вот такой... Да. Мы делали про антикварный, и про современный фарфор было, конечно, вот таким абсолютным вершиной, в каком-то смысле. Был как раз эфир про Бернардо. И ты знаешь... Но Бернардо и есть вершина. Да, звон этих тарелок. А звон этого фарфора тончайшего и этот прекрасные паттерны мне как-то так запали, что я, как ты знаешь, мы с тобой сами, так сказать, впадаем в те какие-то сумасшествия, о которых рассказывают, потому что мы превратились с тобой в двух коллекционеров неожиданным образом. Ты знаешь, я вот что подумала, пока листала свою... Я, во-первых, тебе вчера соврала, что в 2020 году я впервые побывала не только в Академгородке, но и в Лиможе. Я всегда проезжала на поезде. Ты знаешь, я ездила в Ангулем на работу в Коньяк. И я всегда проезжала Лимож, и я впервые в жизни ночевала, остановилась, побывала в Лиможе, побывала в фарфоре, в прямом смысле этого слова, роскошно. И, ну, ты знаешь, мы эту тему, мы ее очень красиво, ну, мы ее, мне кажется, мы окружены фарфором всю жизнь, я так понимаю. И мне, ну, во-первых, моя лента изменилась, потому что я теперь подписана на всех дилеров, на все аукционы, на все, что, все черепки, которые где-то попадают, хотят поменять, да, что попадает ко мне. До у меня, например, уже три молочные головы, и сейчас еще, наверное, да. Это, ну, это действительно очень опасная история. Знаешь, что я подумала? Я подошла к окну нервно и подумала, наверное, мне нужно магазин открыть фарфора. Конечно. Но он у меня есть на пути от моего дома в Штокман. Он есть. Называется Inner, и у них есть все лучшие марки мира. И стекло, как ты знаешь, и прекрасный Формозетти, и прекрасный Сан-Луи, и чего там только нет. И я подумала, ну что, я была конкурировала с Иннером. И я подумала, наверное, что бы я закупила в этот магазин, в Point of Sale. А это была большая витрина. И я подумала, что я бы закупила только один сервиз. Да. Да. Helios. Бернардо. Это на самом деле золото, матовое золото, которое скромно расписано. Знаешь, как академично, очень правильно, натренированной рукой, потому что художников много, а рисунок должен получаться один. Натренированной рукой, ровно, наглой красоты Маргаритки. Helios, так и называется. И я бы его выставила, я бы не открывала магазин, чтобы этот сервиз никто не купил. Он был бы мой. И так бы я любовалась им. Ты знаешь, я тебя прошу, если ты откроешь магазин, кроме этого сервиза, пожалуйста, закупай у меня фарфор.
Так я пока свой должна перевести. Я буду давать тебе на комиссию. Хорошо. Это, вероятно, это нам необходимо сделать, потому что жить вот в лофте, который заставлен какими-то бесконечными раритетами и как это, curiosity shop, кунсткамера и Петр Первый, это ерунда. У него хоть, знаешь, все было за стеклом и под ключом. Правда, не знаю, в то время, когда он это свозил или получал свои дары, как он это все систематизировал. Но, в общем, ты знаешь, ведь моя любовь к Бернардо началась тоже с Пюсов. Прекрасного района в Париже, который занимается только ненужными вещами, вот этими очень нужными, ненужными вещами, раритетами. Пюсы состоят из нескольких кварталов. И есть квартал, который, в принципе, занимается ценными вещами, фарфором, стеклом в том числе. Это как раз там есть ларек Лалик, там есть прекрасный ларек Дамы, которая занимается только шампанскими бокалами, больше ничем. Это ее специализация. Этим занимался ее отец, и она, и дочь ее будет, потому что она тоже там греется зимой, сидит иногда в окошко. И на этой улице, ну, сеты меняли хозяев. И действительно, но это, наверное, апофеоз Франции, это Бернардо. И самое главное, что я усвоила, это было начало 90-х, я усвоила, что это гордость Франции, потому что это семье принадлежащий бизнес. И до сих пор, да, Бернардо — это пятое поколение. И Мишель Бернардо, ну вот, он, я лично с ним не знакома, но, ты знаешь, ну вот, рейтинг французских ресторанов, кто-то что-то рекомендует, кто-то просто называет свои любимые рестораны. И я всегда думаю, пошел бы туда Мишель Бернардо. Но он гурман, How to Spend, ты не читал? По-моему, зимой или в прошлой осенью. Да. Был прекрасный ревью его Парижа. И фотография была шикарная. Сидит Мишель Бернардо за столом. Клетка красная с белым, как должно быть. А посуда Бернардо, потому как он друг рестораторов, действительно, как случается и с прекрасными шампанскими домами, все дрожат. И стоит на столе банка с корнишонами, прям банка. И в ней щипцы для корнишонов. Знаешь, такие щипцы, как белье раньше варили и вынимали белье из как это называется, забыла, тазу. И вот такие были деревянные щипцы. И вот так это было все установлено. Вот эта французская роскошь, вот этой без одной черной точечки. Белый Бернардо, по-моему, это был Бюр. Это, знаешь, абсолютно лаконично, абсолютно современная роскошь как раз в том, что нет белых точечек и не нужно зарисовывать. Это безупречный белизный фарфор. И у него есть небольшая выемка внутри, и он абсолютно идеально ложится... Звук уходит, нет? Нет. Он идеально, этот белый Бернардо сочетается только с Бернардо, не с каким другим фарфором, его сразу узнаешь, он абсолютно, да, эта белизна совершенно другая. И, да, это у тебя Лувр? Это у меня Лувр. Это у меня идеальный Лувр. Ты знаешь, я много думал, когда я разворачивал все эти вещи, когда готовился к эфиру, я постоянно возвращался в Китай. Ну, Елена Лаевская, которая собиралась нас смотреть, сделала прекрасный пост. Она скромно выложила держатель для мелочи от Бернардо. Я не знаю, как называется маленькая таблетница Бернардо. И поставила роскошный японский чай рядом. Вот это ее приготовление так выглядит. Да. Но на самом деле чай и фарфор — это вот самая ценность мира, это commodity мира. Они двигались друг за другом из одной точки. И это действительно... Я даже сегодня сказала, что там, я не знаю, прекрасно. Естественно, если трудно выбрать сервиз, мой совет — проехать там по списку ресторанов и посмотреть, как из современных поваров, кто с чем работает, как он это сервирует, насколько это все взаимосочетается, линии между собой, что-то присмотреть себе, решиться на что-то. Потому что действительно сервиз — это большое решение. И я вспомнила, на самом деле, что меня очаровало Бернардо, как я влюбилась в Бернардо, помимо того, что я знала, что это ценность, и французы дорожат этим. И... Я даже не знала, что 70% Бернардо уходит на экспорт. По-моему, раньше было, процент раньше был чуть-чуть пониже. То есть это действительно, скажем, один из самых больших производителей в Лиможе, я думаю, что самый большой.
И я пришла однажды в Бомарше. И в Бомарше когда-то на третьем этаже был роскошный отдел для жительниц Левого берега, которые обставляли дом. И там были все марки, откуда я узнала Альберто Пинто когда-то. Это действительно был, скажем... Но для меня это был Эрмитаж. Это все можно было посмотреть, потрогать. И были реплики, и были, ну, были те сервизы, которые с 18 века есть у компании в коллекции. И я влюбилась в Бернардо, я держала. Это было матовое золото тоже, потому что я всегда узнаю золото. Белый фарфор, Бернардо и золото. Это была очень такая современная... У меня нет ее, и никогда у меня ее не было. Но теперь, видишь, Элиоз меня меня лишила покоя. И это было матовое золото, которое было так узнаваемо, это было так лаконично, вот эта ценность белого. Но белое дороже, чем золото. И это действительно гастро-тема, да, это абсолютно вкусная тема. И когда люди себя фотографируют, показывают, мне кажется, ну, что-то можно взять в руки. И чем бы я тебе больше нравилась? Так? Или? Вот так. Да, но ты даешь мне невозможный выбор. Что значит, с чем бы я тебе больше нравилась? Ну, Тань, да хоть веник возьми в руки, ты мне все равно нравишься. Потому что ты мне задаешь вопрос, но, который... В Зуме, когда люди хотят себя позиционировать, возможности нет. Все не покажешь, Гелендваген не покажешь, Бентли не покажешь. Что можно показать? Можно показать фарфор, правильно? Вот мне кажется, это чудесно. Но кое-кто тебе завидует, что ты Корбюзье видел в Индии, а я сама себе завидую, что я действительно была в ботаническом саду в Мумбаи. Но разве это не лаконично? Да-да, у меня тоже есть... как обычно, нас могут сфотографировать. Да, покажи вот тарелку, которая у тебя. Но я сегодня тебя переплюнула. У меня две. Да, у меня всего одна из Жардан Индиен, из индийского сада, из Бомбея. Прекрасная совершенная тарелка, которая мне очень нравится. Мне вообще нравится, ты знаешь... Опять-таки, возвращаясь в Китай, в Японию, в Мейсон, который патрон которого Август Сильный практически создал европейский фарфор. Первый твердый европейский фарфор, как мы помним, был сделан в Германии. И только потом уже короли Людовик XIV, потом Людовик XV догнали, что называется. Давай думать, что перегнали. Перегнали, догнали. Ну, не знаю. Это все-таки это не Олимпийские игры. Об этом не нужно спорить. Это разные вещи. Да, у каждого да. есть свой. Дай, пожалуйста, доскажу мысль. Иначе забуду просто. И главные паттерны, которые, как ты помнишь, были, это были паттерны, завязанные на Японию, Китай. Но интересно, что... Ведь тогда не понимали, где, например, находится Япония, где находится Индия, где находится Китай. И один из главных, очевидно, японский паттерн назывался «Индийские цветы». «Индианиши блюмен». И было изображены... Но там вообще путаница была, потому что, например, тигр назывался у них корейским львом. Льва вообще не было никогда такого животного в этих местах. Тем не менее, уж корейский лев, который на самом деле тигр, индийские цветы, которые на самом деле японские. В этом так было все причудливо перемешано. Эти паттерны до сих пор так и называются. Корейский лев, корейши леве и индианиши блюмен. Но... Вот этот сегодняшний бомбейский, вот эти индийские цветы, мне, конечно, абсолютно напомнили и заставили вспоминать о этих вот причудах первого протофарфора европейского. И это так здорово. На просвет, ты видишь? Но я абсолютно с тобой согласен, что вот эти вот белые образцы, которые на самом деле тоже, если ты помнишь,
Мы с тобой сейчас, ну, в смысле, конечно, ты помнишь, я напоминаю зрителям нашим, просто, вернее, говорю, потому что они не знают, но мы с тобой последние дни обмениваемся аукционными лотами, которые, и это лоты, то, что называется blanc de chine, белый рельефный китайский фарфор, который возник, ну, так сказать, краски появились позже. А в 14-15 веке, когда уже появился фарфор, перейдя ту границу, которая отделяла его от протофарфора, от династии Сунь, от 12-13 века, где-то в 14 уже есть фарфор, но еще нет красок, еще нет той системы обжига, еще нет даже кобальта, они еще не знают. И они делают... Они украшают это все рельефом. Рисунок, да, рисунок. Рельеф. Это очень красиво. И вот этот рельефный Лувр, который как бы... Ты абсолютно права, потому что это такая основа, это вот как говорят фарфорщики, белье, да, которое не расписанное, но в данном случае его и не надо расписывать. Да, но это роскошь. Для меня да. Это роскошь. Да, это абсолютная роскошь. И вот это вот то, что этот рельеф, он так проступает. Он проступает, потому что как бы его верхушка чуть-чуть, она настолько тонким слоем глазури покрыта, что она кажется бисквитом, что она кажется не отглазурованной. На самом деле, вот не хочу тебя перебить, но добавлю, что мне посчастливилось быть на заводе, но завод не пускают в Лиможе, в Бернардо прекрасный музей, но в цех нет, производства нет. И я просто видела, считала вот здесь 15 секунд, который пресс держит вот эту форму. Да. 15 секунд. Это тонны пресса держит 15 секунд. И получается это форма. 10-тонный пресс. Да, понимаешь? Ты же понимаешь, что это, когда прессуют в течение 15 секунд, Это не тесто, это не то, что из чего веками делался фарфор. Это порошковая смесь, которую 10 тонн... Мелкими, да, порошок с мелкими вкраплениями песочка, мелкие вкрапления. В течение, да. Ну, песок, потому что это кварц, потому что да, он да, должен понимаю, быть, понимаю. Как минимум четверть должна быть. Но кварц. Это произвело на меня огромное впечатление. И эта форма, я и брак... Как это делается. Это действительно, это, ну, завораживает. Я не хочу там в технологический процесс влезать, но и я поняла, с годами я поняла это, что роскошь в этой белизне, в качестве этого белого есть роскошь. И да, сервиз выбрать сложно, сервиз очень сложно подобрать к интерьеру, и ушла традиция, когда, знаешь, как у жителей с Гран-Канала, у всех палаццо на Гран-Канале, у них по этажам сервизы, они не перемещают их с этажа в этаж, и так они живут, здесь у них одно серебро, здесь другое, и между этажами это все не перемещается, это на каком этаже мы кого будем принимать и прочее, то сейчас эти времена ушли. У меня, кстати, я нашла тоже в архиве фотографии одной прекрасной графини. Просто образец того, как она хранит свои сервизы, это уже само по себе событие. Увидеть это раз в жизни. То вот эти все прекрасные паттерны, ведь они с белым современным булем. Да, и еще, конечно, Бернардо, белизна и вот этот голубой. Этот голубой цвет, этот сервиз современный, это сервиз 18 века, это всегда существует, Прости, это 1880-е. Это действительно, это что может быть более классично, чем? А посмотри, как у меня повторяет этот цвет моих глаз. У меня королевский голубой. С позолотой, Геннадий, с позолотой. Позолотой вообще, да. Позолотой. Если бы ты их очень прикрывал, то вообще вот это очень красиво. И на самом деле это ведь прекрасная классика. И белизну фарфора поддержит. Вот приложи просто. Я понимаю, что у тебя нет бюля, наверное, да? Да. И в этом секле есть... Что характерно, очень сложно сейчас на рынке, я имею в виду в каком-нибудь прекрасном выставочном шоуруме или в торговом центре, в торговом доме,
найти классический сервиз, на котором будет этажерка, три этажа, в котором будет менажница, в котором будет вот такая ваза, в котором будут вот эти все предметы, вот этих дивных-дивных классических сервизов. Вот если кто-то за классику, ты знаешь, где я впервые увидела этот сервиз в Кобальте? Нет, не знаю. Биркенсток. А, ты знаешь, Голубой, кобальт. И это, я запомню, у меня есть фотографии тоже. К счастью, без фотографии, фотографии напоминают нам об очень многих вещах. И вот эта классика, сочетание вот этой классики, которая наследовала, которая досталась, которая принадлежит семье, и разбить ее современной вот этой минималистической белой формой, мне кажется, это роскошная идея. Ты знаешь, для меня вообще это вот это абсолютная Франция. Вот это роскошь. Абсолютная Франция. Да. Потому что это Севр, это то, да, что Людовик запрещал делать долгое время в Лиможе, запрещал использовать этот цвет, и потребовалась не одна революция с тем, чтобы Лимож наконец... Стиль народ. Да, Лимож наконец, когда... Посмотри, у меня есть оттенок на картине такого же... Такого, да, же. Это вот именно королевский рояль, то, что не передает. А гирлянды эти, а пышный букет. Да. Вот для меня это совершенство. Я с этим не живу, но для меня, когда я вижу вот такую вещь, этот сервиз был у Ротшильдов на аукционе, просто откуда я это все знаю, потому что я очень люблю смотреть аукционные каталоги. И мне, конечно, интересно, кто что... то, с чем жил, потому что, знаешь, французы, они дочери на свадьбу пойдут и дозакажут предметы в поддержку своего семейного парадного сервиза. Проверяем буфеты, докупаем предметы. Да, докупать, видишь, иногда нужно просто покупать, не докупать. Нам с тобой надо продавать, вероятно, и нам, пожалуй, только врач это может посоветовать, наверное. Скажи, у меня так есть мы, тебе так вопрос. Так мы просто шутим на эту тему. У меня есть что? Тебе вопрос. Да. А мы сегодня с тобой выбрали весь фарфор, он с растительными паттернами. Да. И я просто перечислю сервизы, те части тех сервизов, которые мы сегодня с тобой смотрим. Я даже покажу их поподробнее чуть-чуть. И это, ну вот мы начали с этой классики, с Блан-де-Шене, с Лувра. И очень красиво он бы с моим анимоном смотрелся. Посмотри, ну, на самом русская. Деле, ну, смотри, трудно найти что-нибудь, с чем эта вещь будет смотреться некрасиво. Да? Ну, посмотри, как Оруа-Ор смотрится прекрасно с этим. Причем Оруа — это новинка. Это, по-моему, 2019 год. Это новинка, это абсолютно новая. Да, новинка. Но после этого еще была выпущена вот эта новинка с, да, красным цветом, эксклюзивно для России. И жаль, что мы не рядом. Посмотри, что я бы еще положила. Да, но я могу что-нибудь, я могу разнообразить это. И ты видел, могу... что я подложила? Констанс. Ты помнишь, где зеленый Констанс есть? В Георгий Пятом. Ну, Констанс у меня есть зеленый, у меня есть в руках. Да ты что? А с, ты знаешь, Констанс... дубками, с желудями и с лавровыми листочками. И это идеальный, конечно, действительно. Но посмотри, вот скажи мне, сейчас у меня Лувр, Оруа-Ор и Секль. Ну вот посмотри, это же прекрасное сочетание. Послушай, это дрожь, во-первых, это состояние, скажем, да, прямо. Поэтому действительно начинать с одной серии и докупать, посмотреть, с чем вы живете, что нужно. Но я бы вот туда установила еще, вот смотри, что у меня сейчас в руках, вот эту Констанцию красивую. Да. Потому что, и, конечно, что завораживает у Бернардо, это каждый рельеф и вот это, я даже не знаю, правильное слово подобрать, наверное, это аккуратный узор, именно аккуратный. Это такая классика, в которой нет, ну... Все сочетается между собой. И ты знаешь, у твоего зеленого Констанса, покажи, пожалуйста, еще сливочник, если не сложно.
Вот, у него одни из самых красивых в мире постановочные тарелки. У Констанца в зеленом золотом. У них малахитовые презентеры. Это очень реально, красивые. Это просто украшение дома. Взять просто белый лувр и к нему подобрать презентеры, вот эти постановочные тарелки, малахит. Но это действительно роскошь. И меня никто не убедит. Нам прислала зрительница, помнишь, вчера с Урала фотографию о том, что делают столовые приборы с малахитом. Ну, мне это никак. Мне жалко природный камень даже на то, что это переводится. Но малахит постановочный в этом роскошной росписи фарфора с этим узнаваемым Бернардо золотом. И ты знаешь, что меня еще удивило на производстве? Технология того, как достигается цвет этого золота. Смотри, обжиг 850 градусов. Даже в 900 золото горит. И да. Когда выходит из печи, получается темно-желтый цвет. Естественно, запекшийся. Что берет золото. Человек? Человек берет тряпочку, фланельку, воду и песок и вручную натирает золото. Да, абразивом. Представляешь, сколько труда, сколько, я не знаю, над каждой, ну, скажем, над каждой тарелкой самой скромной. 10 часов да. Кто-то что-то с ней да. Собственно делает. Да. Человеческий труд, вот за что я уважаю Бернардо, за то, что все производство в Лиможе, не нужно ездить ни во Вьетнам, ни в Таиланд расписывать. Да. Все производится на месте. 400 человек работают сегодня. Я видела эти мастерские, да. Я видела художников. Я, ты знаешь, была недавно на Виста Алегре, и я в шоке от росписи. Я была покорена их росписью исторической, потому что основатель Виста Алегре нанял французов-художников. И это действительно была отдельная школа, вот роспись по фарфору. Ведь что еще сложно, что до финального обжига все это, весь предмет и рисунок на 14% больше, он потом да. Просто высыхает. Да. Усыхает. Предвидеть да. Вот этот паттерн, предвидеть, установить вручную, нанести вот эту всю деколь и затем знать, что этот рисунок, образно говоря, съежится на 14%, так что не только коньячные дома ангелам посылают. Да, доля ангелов. Ты знаешь, ангелов. Это, конечно, великий труд. Это действительно роскошь, и это действительно искусство. Послушай, так красиво ты сложил. Да, это я ничего не сложил, это одна тарелка из вот этой русской серии Оруа-Ор. Я имею в виду, ты складывал, ты же да, делал. Я хочу тебе рассказать просто то, что мы помним, что недавно появился вот этот сервиз, который как бы про эпоху Луи Филиппа, паттерны из Фонтенбло, и потом вдруг появляется вот этот вот с красным цветом, который должен как бы сделан для русского рынка. И те же паттерны, только другая цветовая гамма. И вот что я тебе хочу сказать. Ты знаешь, что я в воскресенье я сходил в Эрмитаж. И лайфхак нашим зрителям. Я купил билет на сеанс в 19:30 в пепле времени выставка китайского художника Джинь Гуаня. И 19:30, то есть после закрытия музея, который закрывается в 18:00. И потом ты, посмотрев выставку, как бы долго, ты можешь сразу выйти, а можешь долго идти через Петровский зал, через... Просто воспользоваться этим частным проходом. Да, ты можешь потом через галерею 812 года, да. Через Большой Тронный, через декоративные галереи немецкие, через зал с павлином, через зал Леонардо и так далее. И до 9 вечера, пока тебя уже совсем не выгоняют. И вот я оказался в 9 вечера, я оказался в зале Леонардо, где, ты знаешь, все-таки у нас прекрасные, хоть мы и ругаемся на этих бабушек, которые сидят в залах, и когда я оказался без 5-9 в каком-то зале, она говорит, бегите скорее к Леонардо, сейчас охрана начнет выгонять всех. Я побежал, и там не было никого, кроме двух служительниц, они уже отключили свет, увидев меня, они свет включили. И ты знаешь, это было какое-то вот свидание с Мадонной Литой и Мадонной Бенуа,
пусть там спорят Леонардо или не Леонардо, для меня они Леонардо. И это совершенно прекрасная, конечно, живопись, особенно когда она не заслонена от тебя никем. И ты смотришь абсолютно одиноко. И потом уже пришла охрана, стали подгонять, и я шел под звук собственных каблуков и каблуков охранника, который шел сзади меня и подгонял меня. И были совершенно уже с выключенным светом Рафаэлевы лоджии. И ты знаешь, я когда сегодня вот это смотрел тарелку, что ты поймал? Для меня вот это вот было абсолютно какой-то вот в сумерках, в закрытом Эрмитаже, под звук собственных шагов, и вот это вот мерцающее в каких-то фонарях совершенно таких просто дежурных, вот это вот темное золото, и вот эти отцветы кармина красного, и ну, это совершенно замечательное, и вот для меня вот это очень тонкое попадание в цветовую гамму ночного Эрмитажа. Вот я как раз про эту тарелку и про ночной Эрмитаж, у меня так все это сложилось, знаешь, вот в одну какую-то историю. Совершенно замечательно. Я знаю, насколько ты любишь Петербург и как ты ценишь этот город и как ты любишь туда возвращаться. Я, когда шел по Эрмитажу, все время тебя вспоминал и думал, что жаль, что мы не можем вместе насладиться вот этим, ты знаешь, вот эти мгновения, когда ты идешь, ты не можешь ничего рассмотреть. Ну, то есть, как пока я шел до Леонардо, еще можно было где-то остановиться. Я остановился у Рожера ван дер Вейдена, замечательный его совершенно евангелист Лука рисует, там есть такая, он знаешь, он с блокнотом Лука и так вот карандашиком рисует Мадонну, которая перед ним с младенцем, и такой карандашный набросок делает. Это так фантастически, и я стал читать там экспликации, оказалось, что картина была разодрана на две части, которые сейчас невозможно это даже заметить после реставрации. Она была, одна часть находилась в Нидерландах, другая в Германии, и выкуплена была императорами по отдельности в разное время, соединена, и это совершенно фантастическая, выдающаяся картина. И потом я шел мимо, знаешь, вот этих вот шкафов с айвори, с слоновой костью, шкафов с фаянсом, старым голландским фаянсом, немецким фаянсом. И я опять-таки вспоминал вот этот вот знаменитый крак голландский, то есть первый такой вот еще не фарфор, но уже не фаянс, еще не столь толстый, как фаянс, но еще не столь тонкий, как фарфор. Вот этот вот тоже протофарфор голландский, который еще был, уже появился в 17 веке. На который уже подсел Петр Первый, да. Да, да. Вот это вот сине-белое. И я снова думал о Китае. И я приезжаю домой. Я пока ехал в поезде, мне звонит курьер и говорит, я привез вам посылку, могу оставить у дежурного во дворе. Я говорю, если он согласится. И он согласился. Я получил посылку, распаковываю, и там, купленная тоже на аукционе, вот эта вот старая китайская тарелка. Старая китайская тарелка, сейчас я ее покажу подробнее и расскажу почему. Потому что, ну, это вот то, что Китай начал делать, научившись делать фарфор, потому что она тончайшая, она звенящая, но еще не изобретя полихромную роспись, это всего лишь кобальт. И только вот тут видно, что тут позднее, если это тарелка 17 века, то позднее золото на ней появилось, да, может, да, в 17-м. Это, скорее всего, уже в Европе это золото. Смотри, появилось. Какие неровности, какой шероховатый, да, какой неровный, да, сам материал, сам фарфор. Да, ну, естественно, он оттенок, при том, что с печными какими-то изъянами. И дальше, ты понимаешь, я разворачиваю, и мне очень нравится вот эта серия, я попросил ее привезти, я разворачиваю Прунус, то, что мне страшно нравится, серия, которая, собственно говоря, она
дана мастерами Бернардо для нам, чтобы мы помнили о том, с чего все начиналось. Потому что это как бы посвящение китайскому фарфору 16 века и сделанное в веке 21-м. Понятно, что немножко, ну, совсем другие краски используются, но вот этот вот стиль нанесения краски, он даже, знаешь, он как будто рукой нанесен, и понятно, что это даже тут частично, естественно, деколь, но частично да. Это все вручную сделано, и потом... Да, и подправлено золотом так же, как подправлена была в 18 да, веке. Моя тарелка уже вот в Европе. Это как раз так же, как вот здесь, посмотри. Это дивная совершенно, это филиграннейшая работа. И я не знаю, сколько, 400 килограмм золота использует Бернардо в течение года, и краски на ночь складываются в сейф. То есть вот эта вся французская любовь, вот это к своему ремеслу, вот это действительно, и это востребовано, да, это семейное наследие, действительно, это инвестиция, но любить, ценить, знать, отличать, но положи две тарелки, положи, пожалуйста, Китай и Бернардо рядом, я хочу просто цвет поймать. Да, вот они. Да, вижу. То есть Бернардо более такой баклажановый, более уход в... Очень редкий цвет. Пурпурные такие, но он тоже иногда появляется на... Потому что, ты знаешь, это как бы цвет, который мог появиться в китайском фарфоре из-за ошибок в производстве, из-за того, что передержали в печи, да. Например, и он либо чернел, либо он становился таким немного фиолетовым, и это очень интересно. Ну да, градусами ведь можно сжечь, несовместимость красок. Новые палеты, которые терпят одну температуру, палет, который терпит только другую температуру. Это огромная технология. Это нам кажется просто там сделали первый обжиг, деколь, второй обжиг. Абсолютно не так. Это абсолютно глазурь. Это абсолютный трудоемкий. Я просто видела, как в Бернардо они как раз делали чашки. И чашка, когда выходит из обжига, вот это, как к ней вообще, вот эта ручка вся... прикладывается эта технология. И когда чашки идут в обжиг, они друг друга касаются, и, соответственно, здесь абсолютно без глазури получается этот край чашки. И потом это абсолютно отдельная операция, да, и вот это такая любовь. Почему я путешествую, например, вот с этим бокалом, значит, да. Походная лимонская чашка, потому что это самая хрупкая часть, да, это самая трудоемкая да. часть ее соединения, потому что они, естественно, производятся отдельно. И ну, легенда говорит, что это представлялось потому, как температура блокировалась, да, и нет, отнюдь не поэтому, это просто дикий, трудоемкий процесс, и я не знаю, я вчера в подарок тоже получила чашки, и эта ручка была так умело, красиво проложена, это огромная технология, поэтому я не возьмусь, почему мы с пиалами путешествуем, да, потому что здесь, ну, меньше риска разбить это произведение искусства. Ну, я еще и люблю просто пиалы. А да. Ты мне рассказывала, что ты получила вчера в подарок. Да, я так растрогана, но это отдельно. Я... Абсолютно, да. Ты меня не держишь в курсе никаких своих... Вот, у тебя есть сюрприз. Нас спрашивают, как я отношусь к сервизам Vista Allegro. Я сказала, что я отношусь очень хорошо и готова об этом отдельно рассказать. И у меня тебе есть сюрприз с Vista Allegro. Я хочу сделать пост, и ты удивишься. Да. Но у меня поэтому... тоже есть... Я тоже получил подарок, когда я был в Петербурге. Я тоже получил подарок. Мне привезли в Four Seasons, оставили у консьержа, и мне сказали, цветы, которые не тянут. Геннадий, вам подарок, можем ли мы вам доставить в номер. А, ты не поверишь, я сидел в номере и писал материал про 10 моих любимых парижских ресторанов, и я был недоволен, что меня прервали, но сказал, ну, конечно, да, несите. Но, несите. Да, принесите. И потом, конечно, никакая работа у меня уже не пошла, потому что я уже вертел в руках и прикладывал и примерял, потому что это был василек под 20-м номером работы русских самоцветов и придуманной Татьяной Поляковой. Ты знаешь ее, это моя добрая приятельница. И Татьяна Приятная Полякова. Это твоя Татьяна. Да, одна это... Татьяна Полякова придумала, вторая Татьяна Полякова нарисовала. И третья Татьяна все это произвела.
Третий Но совет. посмотри, какой у меня анемон. И ты знаешь, я опять вернусь к нашему прекрасному, к моей, к Бомбейскому саду, да, на самом деле ведь этот рисунок был найден в живописи 19 века. Это Бомбейский сад, элементы Бомбейского сада и Мумбайского, простите, теперь нужно говорить, сада. Ну, тогда-то он был бомбейским, так что... Ты знаешь, ведь, да, для меня он все равно Бомбей, как все говорят, Мумбай, мы летим. Я говорю, для меня Бомбей, неважно. Да, и естественно... Сами жители Мумбай говорят Бомбей. Такой так. Паттерн есть. Ты знаешь, не только Бернардо расписывает флору. И есть у Эрмеса прекрасная, ты знаешь, белые лилии. И есть у Авилана прекрасные тоже тропические растения. Но в чем? У Эрмеса это подарочный набор, да, и ты из него там стол им не накроешь, всегда будет чего-то не хватать. А что здесь удивительно в этом прекрасном Мумбайском саду, формы удивительные, удивительные. И вот эта роспись без золота, если кто-то не любит золото, если кто-то не готов к золоту, то вот эта роспись, повтор бамбука, посмотри, да? Да. Это совершенно, но для меня это безупречно, это очень красиво. И полный сервиз, и каждый предмет из сервиза, каждый предмет, каждая форма сервиза имеет разный рисунок. И вот это убранство стола, это действительно цветы, которые не вянут, цветы Бернардо, которые никогда не завянут. Это безупречно красиво, и вот это все между собой, конечно, очень красиво работает. И вот это блюдо в индийском саду, есть блюдо, оно 38 сантиметров. Это для меня один из самых совершенных предметов фарфоровых. Действительно современно, красиво. Я видела, как его рисуют. И действительно, ну, для меня поразительно, поразительно. И вот эти все формы, прописанные растения, и все подписано название. Поэтому не только твоя Татьяна Полякова подписывает «Василек», и анемон, как он называется в кириллице и как он называется по латыни. Потому что эти названия цветов действительно... Я убрала свой стол сегодня, и идеально, опять-таки, ты можешь каждому желающему подать. Кто-то пьет чай, кто-то пьет эспрессо, кто-то пьет кофе. И если действительно там постановочная тарелка, тарелка для горячего, тарелка для супа, это более-менее все стандартно, то в чайном и кофейном столе, в десертном, в сладком столе ты можешь достать все разные формы и учесть, что кто хочет, что кто с молоком, кто без. Давайте вот эту пару. И это действительно очень красивая игра, это очень красивое внимание. И, честно, ну, я действительно очень много подсматриваю фарфоры в журналах, и в фотографиях, и в Инстаграме. И я очень часто вижу салоны, гардеробные. И мне всегда не хватает в руках чего-то вот такого изящного, дамского. Или там приемная у вице-президента банка. Частная приемная, где я часто оказываюсь, потому что я не иду как бизнес-посетитель. И вот всегда не хватает вот такого изящества, вот этой формы. Классической английской формы. Это Англия. Действительно, французы копировали. И это действительно узнаваемая, красивая вещь английская. И да, и это... И это, я считаю, что это, ну как, это стиль жизни, это, наверное, это эстетика, правда, но это не искусство ради искусства, это то, чем отличает дом, один дом от другого, что делает дом домом. Поэтому у нас перегруз, у нас действительно мы можем принять много людей с чаем, мы можем сделать, наверное, чайный раут, и каждый может выбрать себе форму и чашку, и страну на выбор, да? И да. Елена Ваевская постеснялась чашку ставить нам фотографию в свой кадр, оставила только чай, вероятно, не было Бернардо. И ни в коем случае это мы не осуждаем, есть другие предметы. И я всегда интересуюсь. Знаешь, помнишь, мы говорили про Авилан, про то, что американцы стали в Лиможе производить для того, чтобы снабжать Америку. И у них там 2100 форм. Я специально спросила у Бернардо, сколько форм в их архиве, в их, ну, как библиотеке форм, 2200. И это действительно, и они, их можно повторять. По-моему, сама форма, она может использоваться только 40 раз, потом ну, ее... Нет, сам по себе просто... Штампа, да.
Но эти все прототипы есть в архиве. То есть, если кому-то захочется восстановить сервиз, там, я не знаю, который был сделан, выпущен в 60-е, эти все формы есть, и краски есть, и паттерны есть. И если это Бернардо, вы всегда можете это дозаказать. Это будет долго, это будет сложно, но это будет сделано. И я была в музее, музей Бернардо как раз открыт для посетителей, так же, как и Foundation, Art Foundation Бернардо роскошный, потому что Бернардо большой патрон искусств и дает работу очень многим художникам и молодым, и маститым. И как раз ты заговорил о первой, о красивой, о флористических первых решениях, белым по белому, но это еще было во времена Марии Антуанетты. Это было и в Наполеона, это было... Но один из тоже, я сказала, что мне очень Элиос нравится, но есть прекрасный Бюфе. Если ты знаешь, можно даже прогуглить. Он делал серию для Бернардо. Да, Бернардо. Анимоны Бюфе. Но для меня это совершенство. Это действительно не сервиз. Это отдельные предметы. Но мы к этому привыкли. На белое, есть прекрасный Бернардо, абсолютно белоснежный. Мы с тобой любим просто чисто белый, но есть и с платиной, с тонкой золотой полоской. И вот это писы, это действительно, ну, отдельно, это искусство, это арт-объекты. Да, да. Ты знаешь, я хочу тебе показать паттерн, который сегодня у нас не появлялся с тобой, но да. ты уже это слово произносила в самом начале, и он мне страшно нравится. Он мне страшно нравится своей как бы безыскусностью. Я откладываю вот эту белую и смотри, что у меня есть. Это прекрасно. Это серия, прекрасно. Которая называется Брокант, и ты сегодня уже говорила о Сен-Луане, да. И это как бы вот они как бы возрождают эту историю. При этом они делают тарелки разные. В переводе на русский язык это старьевщик, это продавец подержанных вещей. Да, блошиный даже рынок, блошинка. Даже не антиквар, это действительно... Да. Блошиный рынок, брокант, где может оказаться все что угодно. Там может оказаться китайская чашка X века, и там же может оказаться клубок шерсти, который от какой-то бабушки остался. И да, вот, и ловик, и все что угодно. Опознанный, неопознанный. Посмотри, как это прекрасно выглядит. И насколько они действительно, насколько это действительно такое вот ощущение. При этом это тончайший фарфор. Это такое тепло. Да. Если бы, конечно, у меня была дача, и у меня были бы средства на эту дачу купить фарфор Бернардо, то это был, несомненно, вот этот паттерн, который возможно, в приемной у президента банка не сработает, но зато на даче у президента банка он будет работать совершенно очаровательно. Я вчера была вечером в гостях у своего приятеля, бабушка, которая работала, кстати, у Романовых, она была няней. И она привезла с собой серебро, естественно, когда вернулась в Эстонию. Многие эстонки работали нянями, финки были молочницы. И, в общем, оттуда и появились эти редкие прекрасные вещи в Таллине, Кузнецов, как ты знаешь, и многие другие вещи, которые здесь осели. И у него как раз дома этот сервиз. И он сказал, что дочери исполняется 18, и он купил дочери в подарок дочери, заменил дома сервиз и подарил ей именно вот эту прекрасную Бернардо серию. Вот это брокант, да? Да. Какой, как все-таки приятно, когда у тебя есть друзья, отец, так точно тоже друзья со вкусом, да. И это, конечно, очень, и очень где-нибудь на эстонской мызе я вижу этот паттерн, потому что он такой замечательный. У тебя, он на льне лежит, на белой скатерти, на темно-синей, да. На кружеве, на вязаной вручную, на сосновой доске, как на Вирелой, ты помнишь? Да. Это действительно роскошь. Послушай, это и называлось. Фарфор был белым золотом, и это была комодити. Бились тарелочки в золото, оформлялись. А смотри, какой размер чайника, как он
это же, вот, наверное... Вот чай Бернардо, это отдельная история. Больше литра, и какая прекрасная большая крышка. 1,4, есть литр, есть 1,4. Все удобно, и какой носик, как это все, понимаешь, ну вот я, конечно... У меня в ленте сегодня, да. Я сделала воспоминания о поездке, и я вспоминала тебя за обедом и подумала, действительно, как хорошо мы пьем чай, как выгодно мы выделяемся, потому что нам не просто чашечку эспрессо подают, а нам подают поднос. И, кстати, вот эта прекрасная натура, и ведь чай — это уже и позиционирование, и внимание, и вот это вся... И что еще Бернардо делает? У них вот этот прекрасный подносик, который уже становится... Все, твой... Все, мы уже оформлены. Стол оформлен. Писик. Поэтому действительно... Да, и туда же можно поставить вот такую вот штучку и положить в нее. Точка. Для писем. Нам, кстати, прислала сегодня госпожа Питман из Америки благодарность, открытку. Я обязательно сделаю пост на эту тему. Она прислала мне, но благодарит и тебя, и меня от руки, чернилами подписано, и все прекрасно. Да, поэтому наша тема, видишь, у нас есть множество единомышленников, и я, конечно, я всегда, когда прихожу в ЦУМ на первый этаж, я обязательно, ты знаешь, я иногда прохожу через ЦУМ, чтобы, ну, из метро куда-то по делам, и я всегда останавливаюсь в отделе Бернардо, и даже я была однажды приглашена прекрасно, и мы играли во французскую квартиру, это была такая встреча с клиентами, и нет французской квартиры без Бакара и без Бернардо, не бывает. Роскошно, красиво. Спасибо. Да. Спасибо, но покажи мне еще, пожалуйста, Сиеку еще раз. Очень красиво. И поиграй по миксу. Съехали тебе показать? Ну, хорошо. Смотри, а ты мне в ответ скажи, что здесь в этом букете? Ты знаешь, можно я достану свою тарелку? Я через экран так хорошо не вижу. Я вижу здесь абсолютно примулы. Я вижу здесь вот, желтым цветет очень... Забыла. В Риге всегда продают весной, в марте, желтые, лиловые, фиолетовые. Здесь есть, конечно же, рваный тюльпан. Здесь есть бегония. Здесь есть... Что это желтое может быть? Это может быть фрукт, нет? Это, скорее всего, фрукт. Да, это какой-то... Это фрукт. Это как будто яблоко, да, потому что и лист не от цветка, это что-то такое. Это может быть, ты знаешь, что это может быть? По-русски это называется то, что запекают очень часто курицы, подают в греческих горах, всегда была желтый такой плод, больше груши. Как это называется по-русски? Айва, да. И здесь, видишь, здесь сочетание весны, это, вероятно, весенний сюжет. Боже мой, ну как же называются эти цветы? Он прямо здесь, он идет такой лиловый. Может быть, кто-то видит. И я сейчас покажу на цветок. Где моя ручка? Хочу указать. Я даже тебе забыла сказать, какой я чай сегодня обновила. Такой восторг от фарфора. Я пытаюсь его вспомнить. Он вот здесь нарисован. Если нас Максим Лангуев смотрит, Макс Лангу чудесный, или... Самсон Сагаян, он сразу скажет, как это... Нет, не Левкой, к сожалению. Нет, не Левкой, конечно, нет. Может быть, кто-то подскажет. Я сделаю фотографию, опубликую, но к этому времени я уже найду сама. И здесь есть ниточка клевера, маленький листик. Это такое прекрасное, абсолютно классическое, да? Классическое, я бы сказала, классическое... Набор, да. Да, классическое французское... Я сфотографирую, я тебе отвечу, что это такое. Ну, боже мой, необыкновенного аромата. Весной всегда продавали в Риге пучки желтых этих цветов, необыкновенно пахли. Поэтому, да, и роспись гирлянд, это, конечно, ну, это отдельный шедевр. А представляешь, в Кобальте, в швейцарском гранд-отеле. Это тоже своего рода гранд-отель Будапешт, да? Это вообще, конечно, в Швейцарии еще можно. Я просто всегда в детстве я стеснялась. Ты же помнишь, в Петербурге эти все вещи появлялись. Да. Я этого стеснялась. А сейчас я не могу не любоваться. Естественно, это понимание приходит с опытом. Но приятно, что мы с тобой на сервисе. Скажи, а ты когда познакомился с Бернардо?
Не помню. У меня давно-давно есть заварочный чайник. Бернардо подарил мне на день рождения. И у меня какие-то вещи. Я его помню хорошо, да. Да, время от времени. Матовым золотом, да? Серый такой. Серый с, да, с отменной формой. Время от времени у меня какие-то предметы появляются. Ну, у Бернардо, я считаю, что если у них там в архиве 2200 форм, то даже современных форм, мы не говорим об арт-коллаборациях, да, но даже в современных форм полный сервиз, это действительно, это очень редко, просто даже полезно взять каталог или посмотреть онлайн, вообще из чего может состоять сервиз, мы уже забыли об этих компонентах сервиза, и это не обязательно заказывать там, я знаю, что дробить нет, но у нас же есть подарок для наших зрителей, с которым мы очень хотим поделиться. Новость. Да. 7 по 14. Говори красивым голосом. Да-да, ну я на самом деле это уже написал у себя, да. Но я повторю голосом. Подарки по средам. С сегодняшнего дня и по 14 число по промокоду TIFO2 на фарфор Бернардо. На исключительно сайте, Бернардо. Да, исключительно Бернардо. В онлайн нашего эфира. Да, в онлайн-магазине ЦУМа можно приобрести фарфор с 10% скидкой, и эта скидка делается для наших зрителей, слушателей, подписчиков исключительным образом до окончания дня 14 октября до 23:59 работает эта скидка. Если вы любите покупать офлайн, сейчас такая возможность есть, то есть 4 места. Это бутик Бернардо в Третьяковском проезде, это бутик Бернардо в Крокусе, это все московские адреса, это Рэдисон Слайд в галерее, где есть корнер Бернардо, и это Барвиха Лакшери Виллаж, там тоже есть Бернардо. В этих 4 местах на кассе не очень громко, чтобы не услышали все посетители этого бутика, нужно сказать TIFO2, и вам сделают тоже 10% скидку, тоже в течение этой недели до окончания следующей среды. Но это большое угощение, это большое угощение. Да. Это большое угощение, да. И это действительно чудесный жест, который ЦУМ подарил в знак внимания нашему проекту. Поэтому нам с тобой, я знаю, куда бежать. И я как раз сегодня онлайн листала, кое-какие тоже писики посмотрела. И я тебе сейчас пришлю. Нам пишут мускарики. Нет, это не в Спрашивают, сколько стоит сервиз. Но сервиз нет такой цены. Это, так сказать, в советские времена была стоимость сервиза. Сервиз собирается. Поэтому вы можете собрать сервиз тет-а-тет на двоих. Вы можете собрать сервиз эгоист на одного, вы можете собрать сервиз на 6, на 12 персон, и от этого зависит стоимость, и потом, так сказать, в нем может быть подстановочные тарелки, их может не быть, и да. Если вы хотите купить разом большой сервиз, скорее всего, его не окажется, потому что, ну, такое количество предметов в стоках обычно не хранится. Сервиз в комплектации, которая нужна вам, нужно, конечно же, заказывать, но тем более, что со скидкой сейчас, может быть, уже побежали. А цены, вообще говоря, вы можете посмотреть, вы можете зайти на сайт ЦУМа, набрать в графе «Поиск», вы можете набрать «Бернардо», посмотрите, как пишется «Бернардо», и дальше вы попадете на список всех имеющихся. Идите в ДЛТ, правильно вы поняли, все ждут магазины в Петербурге. Какие магазины? В ДЛТ роскошный отдел, где я несколько раз выступала. Да, но в ДЛТ нету этой скидки, есть только да, но онлайн можно заказать, онлайн. В ДЛТ да, можно посмотреть, да. А онлайн можно заказать. И это чудесная услуга, которая действительно работает, и мы знаем, что я получаю очень много благодарных майских, как скажем, рожденных в мае покупок, благодаря нашему и любезному жесту ЦУМ Хоум, да. И, слышишь, я забыла, как называется этот цветок, теперь я абсолютно не могу. А я решил, ты знаешь, выскочила просто из головы. Ты пьешь чай, а я решил сегодня быть французом до конца и пью из
бокала Баккара, сделанного исключительно для Реми Мартана. То есть у меня сегодня коньяк Реми Мартан в бокале Баккара, и все это вместе с фарфором Бернардо. И еще я хочу сказать, что в ЦУМ поступили вот такие тарелки Бернардо из нашего любимого сервиза Лувр. Это тарелки, которые называются «Рождество». Они только их привезли. И видите, с колокольчиками. И если вы хотите сделать кому-то приятное... Очень красивый задник у этих тарелок. Я знаю, что подписано. Да, подписано вот так. Да, вот. Очень красиво. Я просто имею тарелку похожую, которая сделана на Пасху. И я не знаю, я ее часто переворачиваю просто, почему я так все это знаю. Это очень красиво. Это может быть хлебное, это может быть десертное, это может быть тарелка под чашку. Что это просто тарелка, не написано, что это такое, но... Это, наверное, вот размер. Да. Я считаю, что это роскошный подносик. Это роскошный подносик для чайной пары. Это роскошный подносик. Ну что, Татьяна, как веревочки, не вейся, но эфир наш с твоим прекрасным индийскими цветами в руках и с моим прунусом, с моими прекрасными китайским. Кстати, знаешь, что это изображено? Что? Это банан, цветок банана. Тоже очень... Обычный. Я видел бананы. Классический абсолютно классический сюжет из китайской росписи. Знаешь, я никогда не знала, что это... Я знаю эти растения, их рисуют, но я никогда не знала, что это цветок банана, потому что для меня цветок банана чуть-чуть другой. Но я их знаю больше по Шри-Ланке. Китайцы не обязательно видели банан. Понимаем, но я думаю, что они видели. Спасибо большое, Геннадий. Это огромное удовольствие. Спасибо за внимание к цветам, которые не вянут. В общем, флора в руках, флора на тебе, флора. Действительно, великая, великая история, великая, красивая, великая, красивая. Но я... Это же катерс. Это же цветущий маленький катерс. Это так красиво. Да. Мне очень приятно было с вами, Татьяна, сегодня свидеться на этом франкофонном... фарфоровом мосте. Да, да. Я с тобой прощаюсь надолго. Завтра клубный эфир? Ты знаешь, завтра у меня ужин в Екатеринбурге. И, ну, мы обсудим. Да. Я благодарю ЦУМ Хоум. Да, благодарю ЦУМ Хоум, благодарю Бернардо за этот интересный... За то, что это все сохраняется, за то, что это в пятом поколении семейная компания, за то, что Мишель Бернардо живет современной жизнью, приглашает в World Foundation художников, за то, что они сделали роскошную серию колец фарфоровых, за то, что... Ну, в общем, за то, что это все живо. Браво. Спасибо, Геннадий. Або. Абьенту. Абьенту, шери. Абьенту.